Так, всем еще раз привет. Наиграли мы на 4 бои на канал 4. Будем играть здесь. Пока почему-то играет только один стол. Я занял еще 2 стола, может кто-то подойдет. Пока до нас доходит круг, расскажу, кто не знает. Начали с 1200. И как только на следующий лимит набиваем 4 боина, садимся за него. То есть на НЛ 400 это будет 1600. На НЛ 600 это что? 2400 будет. Как только опускаемся до 3 боинов на этом уровне, опускаемся вниз. Безумно никто не играет, ну, скажем, на лимите вообще народа нету. Фиксированный. Ладно, сейчас посмотрим, один стол погоняем, присмотримся к игрокам. Парень помечен у меня фишом, видимо, раньше играл с ним. Ну, еще, наверное, не совсем время для игры. Может, оно и к лучшему, регуляров будет поменьше. Под, по-моему, лимповый. Мне кажется, если он играл слабенько, то и сейчас слабо играет, зашел сейчас лимпом с батоном. Ну, возможно, вообще все это слабые игроки, потому что столов-то нету. Не думаю, что они катают один стол. Оп, еще столик. Хендзап погоняем. Сейчас сократим здесь все. Парень сел с 200 ББ. Неплохо, если бы он был еще пассивный. Игрок. А, нет, все, до 100 ББ. Здесь со 100 ББ сел. Лимп из батона уже неплохо. Гетшот. Бэкдор на флеш. Сейчас вот так народ немного подтягиваться начинает. 9-3 выкинул. Так, у нас сейчас 1600, это 800 рублей нам нужно играть 2 боина для перехода на следующий лимит. Попробую украсть блайнды. Но нет, не все так просто. Ладно, выкинем. Туз 6 открываем. Угу. Туз дама.
2,5 ВБ открою. Король 6. Выкинул. О, большой райс какой. Поляк. Запишем пока. Король 6 попробуем изолировать. О, кажется, тот оппонент наш агрессивный. Попадаем в старшую пару, это фиш, но доска сухая. Думаю, наверное, не стоит сюда сейчас ставить. Пусть может что-то поймает. О, так, интересно, чекаем. Это фиш. Да. Ну вот сейчас уже начну ставить. Пустые. Пробуем воровать. Да, по-прежнему. Получаем чек-рейс. Кол. Парень. Три бетик. Посмотрим. Попадаем в туза. Чек-кол будем играть. Здесь тоже просто кол. Блин. Стрит. Плохо. Кол. Еще чек кол будем. Ну, второй раз уже три бетит. Чек, и плохая карта вышла, закрыла на стрит. Так. Лет 2 пас. Так, здесь надо докупиться. $48 получается уже продули. Шесть-4 пас. Тут. Не думаю, что здесь он что-то выкинет. Чекну просто. Король 2 идет лимп. Ну, я затребачу его здесь немного, так вот. Mm-hmm.
Плюс он еще так стоит маленько, но надо колить. Будем в позе играть, посмотрим. Туз плохая карта. Рубля. Кольну, посмотрим. Есть пара бэкдоров, она стоит на нижней, на верхней. Но не за этим захожу. Мне кажется, там все-таки нет туза, скорее всего. Рубля ставят, я подниму до 26, быть может это какой-то блеф, и ривер еще поставлю где-то 20, если мы ни во что не попадем. А, ну двойка, нормально. Просто там могут быть же такие руки, как валет дама, король дама, туз 8. Ну ясно, это тоже фиш. Плохо. Нас встретили на этом лимите. Валет король. Боюсь, что здесь могут засквизить. Я, наверное, просто поставлю 3 бет. Плохо, что не прогружается сразу вот этот. Сколько мы там уже проиграли-то? Где-то 250, я думаю. Ну, тут 7 открываем. Король 3, 8, 9. Здесь заколирую я с ББ, доставить 4 больших блайнда, пусть он изолирует с ранней позиции. Тут я уже ничего подумать пока не буду, не ставить ничего. Здесь доставлю. Ну ладно, пас. Монтируем. Что-то у нас третий столик не появился. Туз 7 открываю с котофа. Такие ставки. Смотрим ривер, ой, ривер флоп. Среднюю пару попали. Я, наверное, здесь поставлю, мне нужно выбить вот этого опа. У него-то там две абсолютно любые руки, он поставил постер. Две абсолютно любые карты. Забрали, нормик. Может, меня здесь просто никто не видит. Сейчас я буду играть только 3 стола. Так, не понял, почему здесь у меня только 290 рублей. Это еще стол, что ли, не открыть? А, да, вот он.
Так, ну закрою его тогда. И сяду где-нибудь здесь повыше. Ну, пока 290 сядем, потом докупимся. Итого там что у нас? 1200, 1490, что ли? 1190. Ну, сейчас, я думаю, надо, кстати, докупиться до полного. Я думаю... Пока с нами вот эти два опа здесь можно как-то неплохо разыграться. Валет даму, ничего, неграбельная рука такая. Буду 3-бетить его. Ну тоже 3-бетить, он сейчас опять свой гейский этот 4-бет поставит. Холодно, ну это мне уже не нравится. С ними придется на стек играть, если попадем в старшую пару. А, ладно, выкину. Бэтпот. Так, 400. И там у нас немножко остается. На 3 стола пока хватает. Как только будет не хватать на 3 стола, будем переходить обратно на ML 2. Валет 8 класс. Сейчас, если он залимпит, я тоже поставлю его, что он фиш. Ну или кто-то из них вообще вот. Я буду уравнивать здесь. Оп. Ставки эти по 4. Ну попробую я заманить все-таки сюда еще вот этого опа. Ну все, теперь если у него есть какой-нибудь валет, какая-нибудь, скажем, просто сбросил, поставлю 2/3 банка. Девятка не выкинет здесь. Ну, фулл хаус. Поставлю половину. Хоп, нормально, собрали. Нельзя, наверное, здесь посмотреть, что у него там было. Ну, вот это вот очень плохо. Или я просто не знаю. Ну, нельзя. 6-10 здесь большого блайнда, поиграем в позе. Раз. Доска сухая, сейчас буду рейзить здесь, он, ну, навряд ли он сюда зацепится, рейзнул бы он. Тёрн также буду ставить. Играть чек. Посмотрим, что это значит. Шесть
шестерка. Ну, может там быть какая-то рука, типа валет, дама, типа. Так что поставим сюда 18 еще. Еще один столик. Отлично. Идет сквиз. Так, туз король. Уже интересней. О, началось. Ну, равняю я два бабета. Не думаю, что это дальше там что-то начнет выдумывать. Думаю, резнуть здесь. Может быть, у меня лучшая рука. Здесь кол. Будем играть в позе. Старшая пара. Может быть, лучше рука, у меня есть еще несколько бэкдоров. Так. Опа-на. Ну на. Народ потихоньку собирается. Прощупаем просто, как вот проходит здесь. А сдаются они, не сдаются, но в блефы не верят. Изолировать смысла нет. Так что будем играть по тайтове. Здесь открою побольше резом 3 ББ. Оп. Давай. А, туз король. Ни у кого бубе не было. Туз 3. Король дама, хорошая рука. Откроем. Поменьше просто можно 3-бет получить еще. Придется колировать. Ну, смотря какого размера 3-бет будет. Двойки. 7-3 пас. Ой, чё, куда ушли-то? Здесь его чё, разорили? Выдохнул парень. А вы, ну, двойки, это пас, конечно. Максимум коинфлип. Какие-нибудь девятки, восьмерки, я бы еще закалировал там кого-нибудь 20 ББ. Туз король. Открываем. Нас никто не знает пока там, как мы, какие ставки мы делаем, какой у нас сайдинг. Троечки. Ну, тройки я закалирую. Есть чек. И чек пас здесь даемся. Попадаем в девятку. Блин, под какой-то. Попробую поставить. Плюс есть бигшот. Здесь тоже поставлю. Один большой блайнд. И посмотрим, какая карта ривером придет. Да, буду играть чек-кол, я, наверное. Здесь еще один большой блайнд. Видно же, что они, ну, работает эта ставка. Здесь, наверное, чек-кол сыграю. Здесь подавили нормально. Валет 3 пас. Это рука. Единственная рука, которую я никогда не буду разыгрывать. Две остальные любые могу. Даже 2-3. Туз 2. Короткие сидят. По 50 ББ. Мне очень нравится мне в таких стеках играть, но буду изолировать. 3 полных стола набилось, отлично. Клоун Дер какой-то сидит. Сыграю кол в позиции. А вот он с нами за 3 столами. Скорее всего, это рек.
Выкинул. Десять восемь. Попробую также украсть банк. 4 БП откроем. Прощупываем, скажем так, оппонентов. Семь, восемь, 2,5 БП, нормально. Открываем. Король 5 тоже буду пробовать воровать, если все скинут. Да, наверное, помечу его. Вот так. Вроде неплохой игрок. Туз король сранее откроем. 3 больших блайндов. Сейчас неплохо, если бы кто-то засквизил. Чекаем. Дают бесплатно поп, посмотреть сразу помечаем игрока, наверное, как слабый. Доска скоординирована, ставить сюда не буду, здесь донкну. Ну, возможно, здесь просто чип-кол сыграю. Чекаем. Так, он открывается с ранней позиции. Ну, проверим его трибетом. 28 достаточно. Валет дама без позы выкинул. Какой-то неизвестный опыт. Да, ну, наверное, так. Вроде неплохо играет. Наверное, мы уже потихоньку отыграли минус. $1400, да, ну, что 200 рублей-то? Может, не прогрузилось еще, я там, ну, хотя, может быть. Дама 10, доставлю половинку. Ну ладно, доска скоординированная, просто донкну сюда банк. Могли они здесь неплохо зацепиться. Ну ладно, всякие. Валет дама, дама король. Возможно, туз даму. Нет, так нет. Туз 10 открываем. Король 9 стилим. Главное нам быть приплоп агрессором. А там уже разберемся.
большой банк такой раздувается, не знаю. Ни во что не попадаем, попробую здесь поставить чуть-чуть больше, чем ставил. Попадаем в среднюю пару. Ни туза, ни валет он здесь не выкинет, так что просто чекаем вдогон. Ну и здесь чекаем. Один большой blind call. И здесь сдаемся. Здесь тоже выкину. Валеты. Здесь сквиз. Король валет. 2,5 больших блайнда пока буду открывать с такой картой. Оп. Да, мы еще. Ну, сегодня они меня уже подвели. Скажут довольно много 3-бетчей, наверное. А, выкинули. Пробуем воровать, как бы и стандартно воровали. Чекнуть здесь догон, не хочу получать какие-то чек-рейзы. И выкидывать, возможно, лучшую руку. У него там могут быть какие-то пары на руках. Я сейчас даже просто сдамся, наверное. Если он будет ставить. Да, пас. Плюс 4 открываем. Так, старшая пара есть, нормально. Идет дом, я закалирую просто. Хотя уже 2 человека, здесь много дров. Подниму, наверное, до 44, и если что, вот с этим выставлюсь. По счету этого, наверное, выкину, если он пойдет дальше ва-банк. Ну, такая маленькая ставка, не думаю, что это сила. А вот с этим, да, буду сравниваться. Фиш. Всем дам пас. Так, здесь буду заканчивать игру. Стэк 150 ББ. Так, ну-ка посчитаем, сколько у нас сейчас. 1654. Нормально. Будем изолировать. 4 раза нормально рука, не такая, что нацелая. Премиальная. Нужно вот смотреть всегда, когда оппонент ставит постер, и, ну, стараться смотреть, понятно, что всегда этого сделать не получится, но обращать внимание.
попадаем в трипс, доска сухая, гэдшоты, хотя я думаю попробовать 12 сюда поставить можно. Так, сразу к нам подсоединились, может спровоцировать. Попробую чекнуть, возможно, на каких-то гэдшотах он начнет исполнять семерки. Ну, флешдро. Ну, буду играть чекрейс, ставить мало. Так, вопрос сколько? Да, 62. Если флешдро, если мы добираем флешдро, тогда нужно ставить побольше. Ой-ой-ой-ой. Ну все, здесь тоже по два банкова. Сейчас посмотрим. Да. Отсюда пока выходить не буду. Чекрейс. Я попробую закалировать. Посмотрим, как он будет играть дальше. То есть мы получили чекрейс. Ладно. Ну нет, просто он может ставить. Надо записать. Сохраним это. Ну и как же метки-то мне, какие метки вам писать? Мелкие открываю. Здесь не буду уходить, потому что пока нет стека ни у кого больше, чем 100 ББ. Король 2. Ну-ка, давай, парень, сыграем с тобой в бензапе. Чек. Сами ставим. Даму не выкинет, туза не выкинет. Думаю, есть здесь добор с туза. Король. Троечки. Так, а я почему здесь? Точно. Здесь надо докупиться до полного стола. До полного стека. Ничего, будет его кто изолировать? Если будет кто-то изолировать из опов, я просто запихну. Ну, тем более таким сайзингом. Все, что-то не... Это какой-то агрессивный игрок. 76, если мы ставим. 140, ну, не хватает, надо... 90 поставлю. Чтобы уже на любом флопе вообще играть, идти ва-банк. Блин, все печально, он уйдет. Восемь, четыре, пробуем воровать. Мы не помним, не воровали у него еще, по-моему. Одну вторую поставлю, доска сухая. Оп. Как
какой-то столик с двумя оппонентами. Садимся за него. Да, отсюда уходим. Да, и нам же нужно 4 стола. Получаем 3 bet pass. 1800 у нас уже. Ба-ба-ба-ба-бам. 4-й стол нам нужен. Ну сяду тоже где-нибудь я. Чекаем. Король 10 ранее выкидываем. Да, пока на 4 стола идеально. Блин, это опять этот фиксированный лимит, я куда сел-то? Оп. Сразу поставим 3 больших блайнда, пока нас здесь не знают. Плохая доска. Мало, когда он на нее зацепится. Буду ставить, может провоцировать на какой-то чек-рейс, но нет, достаточно. Запишем тоже. Да, лучше я, наверное, те, кто с пометочками буду тайтовыми игроками помечать, чтобы не путаться, их здесь мало. Еще пока не встречались. Так, не помню, почему опять. Три стола. Попробуем сейчас с тобой поиграть в позе. Средняя пара, норм. Здесь чекаем. Ставит кол, просто сейчас посмотрим. Ну, черные поставлю, одну вторую банка. Здесь тоже просто кол. Две пары. И чек-чек здесь. 8-10 сброшу. Здесь. Да, буду разгонять банк сразу. Плохая карта, а то у него может быть здесь уже две пары, лучше, чем у меня, может быть и десятка. Па-бам. Ну, а сейчас думаю просто запихнуть. Есть 3 бет на value. Да, поставлю побольше здесь, 2/3 банка. Конечно, доска ужасная, но все-таки думаю, есть здесь все забрать. Здесь буду ставить 1/3 банка, это примерно 22 рубля. Еще поставлю, здесь могут быть такие руки, как валет, дама, 33. Дама, король какие-то. В общем, овер-карты. Понятно, что мы впереди их, но я не хочу получать каких-то рейзов. Ничего не знаю об этом оппоненте. Ну вот. Запишем.
так, флоп с тузом мы открывали, полбанка ставим. Туз 7 уже выкину. Записывать надо, что кого-то можно продавить только большими ставками, кого-то можно этими маленькими ставками спровоцировать на рейс. Что будет у нас там? Четвертый стол, нет? Я думаю, сам сяду, открою. Почти 2000 уже, 1960. Я бы начал чуть позже записывать это видео, когда народу побольше. Но сейчас там, где я играю, тоже особо народу нет. Девять валет кол. Я буду много защищать большой блайнд в позиции. Банка ставит кол. Ну что-то вообще маленькая ставка какая-то. Рейзну. Могут здесь быть какие-то семерки, шестерки. Я здесь заборчик много ставить не буду, поставлю 35. С восьмерки с какой-нибудь добор. Туз 7 с ранней позы пас. Так, смотрим, никто у нас здесь не стал. Со стеком в 200 ББ. Сейчас попробую украсть у этого оппонента блайнда, и если он не сдастся, то скорее всего буду... Ну, напишу... Не скорее всего, напишу на него нотс, то что он не сдается на СБ против ББ. ББ против СБ. Ну да. Ну, доска сухая, половину банка поставлю. Но с другой стороны, если он играет вот так, колет и играет фолд, тоже в принципе неплохо. О-о-о, куча лимперов. Будет сегодня еще одно каре. Десятка. Тоже донкнул здесь, один большой блайнд. Да, полтора. Выбить мне нужно вот этого, опа. У этого неизвестно, что там может быть. Мне нужно выбить регуляра, что он здесь делает. Ну, вообще желательно всех, кто позиции. Угу, нормально. Наверное. Ну, пока не буду ничего отмечать, но, скорее всего, что это фиш. Получаем кол. Можно ставить больше. Здесь мы просто получили информацию. Сейчас на рейс просто кол буду играть. Фулл хаус. Ну, и теперь я, наверное, просто поставлю овербет. Если не доехали дрова, так не доехали. А если есть этот король, то он его не выкинет. Десятку тоже. Ну ладно, выкинул, так выкинул. Но овербетами я соберу больше денег, чем каким-то. Ай-яй-яй. Как же ты начинаешь-то сразу? Тузы пришли. В первую же руку. И сразу выкинул. Сейчас посмотрим, что ты за игрок у нас.
5-6 одномастные, не одномастные, буду выкидывать. Если бы еще один игрок зашел бы сюда, да, доставил бы. 10 валет уже открываем. Пятьдесят минут прошло. Немного сейчас еще поиграем. И буду заканчивать видео. Чуть позже продолжу. Десятки. По 100 ББ в хэндзапе это не особо мне нравится. Ставлю больше, мог зацепиться за эту доску. Король 10 пас. Не так агрессивно я себя веду, наверное, вот этот игрок заметил то, что я довольно-таки агрессивно играю. Десять валет пас. Да, сейчас если еще пару рейзов от него, я не буду с ним играть. Скажем, с таким банкролом, ну никак не получится играть в хэндзап. Ну, я вроде что-то образумился. Ну вот здесь вот я не знаю, как-то автоматом уже 10 дам открыл. Зря, наверное, попробуем украсть блайнды. Не буду ставить камбэк. Ставим. Вот здесь пас. Ну, повышает, выкинем просто. Сейчас 5 минут еще играем, смотрим результат. Сразу фишом помечает, кто лимпит, этого тоже фишом помечем. Исправить потом, я думаю, будет недолго. Чекаем. И пас. Ну и он калирует вот на этой доске. Значит, это определенно фиш, потому что ну с чем он мог лимпить, не изолируя его. У него здесь должен быть какой-то туз, а с любым тузом он должен изолировать, если хочет зайти в игру. Да, сразу отличие такое от NL2, от NL4, банки сразу чувствуется, как больше становится во время игры. Да, не буду я здесь в 3 макс играть. Туз король. 3 бет. Здесь туз 2 пас. Просто посидим, может подсядет еще кто-нибудь. Если сейчас он играет кол, то я тоже его помечаю фишом. Ставим, попали в старшую пару. Ставлю немного. С блефом бы столько ставил тоже.
Ой, блин, счастливчик. Я аж испугался, думал, что он как-то выиграл. Смотрю, фишки покатились. Да. Ну ладно, бывает такое. Так, ну и все, будем доходить до ВБ уже везде. Короли. Смотрим. Интересную раздачу. Парень открывает с ранней, но минрейсом. Я поставлю 40. Здесь просто пол. Здесь пас. Ну давай. Больше буду ставить, тогда я с хорошей карты поставил. Мало. Спаренный борт. Два человека в банке поставлю побольше. Буду защищать свою руку. Семерочки. Чувствую, сейчас да раздают нам эти пары. Ну, зайду. Соситон. Так, а с чем он там пихнул-то? Открою. Два и три больших блайнда. А, ну с десятками, ладно. Годится. Не попали в сет. Сдаемся. Так, здесь мы либо далеко впереди, либо далеко позади, поэтому смысла с королем сейчас ставить нету. Чекаем. Может, спровоцируем его на какой-то блеф. Здесь чекают. Я поставлю. 20, думаю, достаточно будет. Тут уже начну. Ставить уже есть, с чего добирать, каких-то флешдро. Пошло второе флешдро. Оп, нормальчик. Так, ну все, выкидываем. Выкидываем. Закрываем этот стол. Закрываем этот стол. Так, а тут у нас, ну, ждем вот здесь большого блайнда. Пока почему-то только 1960 написано. Ну, мне кажется, у нас побольше. Хотя нет, возможность только есть 1960. Я же проигрывал там. Везде буду так вот на лимит, когда переходить, прощупывать, как игроки играют, то есть с фишами там. Как они отвечают на рейзы, что значит их какие-то маленькие ставки, что значит большие. Проще сразу проиграть какие-то там 10-20 больших блайндов. Угу, все. Так, ну да, наверное, это и есть уже конечная наша сумма. 1960, еще один боин сделали на NL400. Осталось нам еще 400 рублей, и мы будем на NL6. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь. Пока.